Сейчас отвезем, наверное, такси, нормально все будет прям. Где Яндекс такси? Где оно? Где? Где Яндекс такси? Открой багажник. Любом. Да, ты все равно за бесплатно работаешь. Почему бесплатно? Ну потому что бесплатно работаешь. Че? Ничего. В смысле? Сколько тебе надо за доставку мусора? Полтинник сколько? Полтинник? Да. Ну ты просто угораешь, да ведь? Чему на это знакомый мой хороший? А, твой хороший знакомый. Вот мусор поехал, да? За сколько? За полтинник. За полтинник? Наверное. Нет, я сам не поеду, короче, ты вот да сейчас... я знаю, где мусорка. Ну, Гузунов. Я знаю, где мусорка. Сколько тебе? 100 и полтос? Нет, тебе полтос, да? Полтос, не надо 100 рублей. Не, я сейчас проконтролирую. Проконтролирую, вот дай. Нет, я вот здесь буду. А ну ради бога. Ты думаешь, я его оставлю, что ли? Нет, ты вот именно вот на эту мусорку заедь. Какую? Вот, который Гузунов где? Где? Ну. Вот направо, вот сейчас налево и опять налево. Ничего. Сейчас тебе дверь закроем, подожди. Ты... Или мне с тобой прокатнуться? Ну как хочешь. Ну ты вот сюда заедешь или нет? Ну и камеру не надо, выключи вот это. Ну как камера? У нас просто видеорепортаж, понимаешь? Для СМИ. Это ужасное дело. Вот сейчас тебе налево. А вот сейчас там будет мусорка, а там эту мусор выкидываешь ты, а не я. Че? А вот там мусор выкидываешь ты, а не я. Я с тобой не должен был ехать. Мусорка. Вот, вот. Все, братан, давай, выходи, иди, мусор выкидывай. Выходи из машины. Я выкину. А, ты выкинешь? Нет. Ну все, хорошо, давай. Я тебя снимать буду, да? Ничего. Давай, я тебя снимаю. За 49 рублей. 49 рублей. Давай, выкидывай мусор. О, какой ты молодец, да? Ты доволен своей поездкой? Я не доволен, у меня работа такая. У тебя работа такая, да? Да. Молодец.